Метро Владимирская. Увидела вот такое панно, 1955 год, но почему-то вместо советской символики серпа и молота изображены здесь копья и цветочки. Хотела рассмотреть поближе, но оказывается, что у этого панно есть петли. То есть это, оказывается, дверь, замаскированная под такую картину. И в этой двери есть вот такой вот, который крутится, вот такой замочек, который можно повернуть. Немножко вот. Так, что это за дверь? И почему здесь изображены копья и непонятные цветочки? И тут же мы можем увидеть вот такие люстры. Огромные, массивные, со звездами. Звезды, понятно, можно приурочить к советскому времени. Но они вот такие очень интересные, ажурные. И тоже вместе со звездами. Кроме звезд больше советской символики здесь ничего нет. Вот она вся такая резная, ажурная, сверху веночек. Да, может быть, эти люстры откуда-то сняли со старых станций, привезли сюда, поставили, установили. Есть же вероятность того, что были другие станции ранее. Здесь также можно увидеть вот такой барельефчик. Опять-таки, из советского только звезда. И вот здесь, оказывается, тоже дверь. И вот там есть еще одна дверь. То есть мы думаем, что это такое украшение стены, а это, оказывается, скрытые потайные двери. А вот здесь можно видеть такой светильник. Опять-таки советского. Есть серп и молот. Но, да, слушайте, интересно, серп и молот, но он вкручен сюда уже каким-то шурупом. И кроме этого серпа и молота, опять больше никаких советских символов. Веточки, капитель колонны. Странно. Совершенно непонятно, почему опять-таки какая-то античная символика больше присутствует, чем советская. Рельеф с подсвечниками советского периода. А нет, оказывается, нет. Смотрите, что мы еще здесь обнаружили. Вот здесь вот родные шурупы, видимо, вот такие вот, но они больше сюда вписываются. А потом далее уже пошли другие, более советского, видимо, к советскому времени. Ну а шуруп, конечно, для серпа и молота, он вообще непонятно, какими сделан.
грабельками, если это все красиво, все четенько. Но вот эти все-таки, я думаю, что родные. А те уже, видимо, доделанные, переделанные. Вот. Такое ощущение, что сняли с какой-то станции ранней античной цивилизации и поставили на советский, на советскую вот эту вот отделку. Да, вот это вот еще один. Еще одна подставка для светильника. И тоже здесь родные шурупы. Вот они очень аккуратненько вписываются сюда. Ничего не портят. Вот они очень аккуратные. И опять-таки вот этот серп и молот, как попало, сделан и как попало, прикреплен. Есть разница. Вот опять родные шурупы. Другое.